Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Very Little Nightmares. Мобильная игра от разработчиков оригинальной Little Nightmares. Мы сейчас в нее продолжим с вами играть. И эта часть, как и первая часть серии, очень отсылает нас к «Унесенным призраками». Я уже это говорил в целом, просто решил еще раз напомнить. Мы сейчас встретили деда Камазии, и... Где мы? А, мы прошли, да. Мы у Нома выхватили рычаг. Так, крутим. Ага, все, я понял. Надо собрать какой-то механизм, да, походу? Вот, типа того. Я понимаю, мы можем какую-то платформу положить. Ну-ка, вот кнопочка. Да-да, все, естественно, ничего не сработает. Забирайся. А, не понимаю, в чем прикол. Пока прикола не видно. Такое ощущение, как будто нам нужно что-то взять, что-то задеть. Очень важное. Какой-то ящик, который надо будет потом поставить на кнопку. Ну, я не понимаю, тут ничего нет такого, что можно активировать. Стоп. Мне показалось, что там что-то изменилось. Нет. Ничего не поменялось. А ящик вот этот? А вот эта колонна? Ладно, давайте просто попробуем разные положения, посмотрим, что это нам даст. Так. Вот это интересно. Хорошо. Погоди, то же самое здесь мы можем сделать? Нет, не можем. У нас только вот это место есть. Так, крутим. Крутим. Мы сейчас что, туда упадем? Или как? Оу. Нет. Стопэ, мы можем наверх забраться. Вот, я сразу не заметил просто этого. Так, а что у нас было наверху такого важного? Я не вроде... Ага. Бочка. Так. Ну, мы и дальше можем пойти. Я так понимаю... Там дырка. Я секретик нашел. Смотрите, та самая шкатулка, только квадратная. А, это сюрприз-коробка, я понял. О, блин, громко как. Так, я нашел... Вот я помню этого персонажа, он был на картинах в первой части. Это просто секрет я нашел, окей. Блин, прикольно, я вот тоже хочу сделать игру как-нибудь, когда-нибудь. И мобильную, и обычную, и вот чтобы такие... Вот она так же круто выглядела. Сделаю абсолютно бесплатной, как я люблю. Так, смотрим. Нам теперь нужно к этой бочке подойти. Так, гоу, побежал. Побежал. А хрен я с этой стороны побежал. Да надо с другой стороны. Вот так. Оп. Так, теперь не понимаю немножко. Надо, мне кажется, прокрутить еще раз, чтобы дырка оказалась наверху. А значит, раз. Два. И три. Так, ну-ка пробуем. Это вот таким способом мы достанем бочку. Ее нельзя было просто столкнуть.
Ну, ладно. Окей, пусть будет так. Такая игра. Просто по идее, мы могли сразу скинуть ее, мою. Мы прямо в одной комнате с ним. Стелс начинается. С той стороны мы не пройдем. Если так тихонечко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин. Забирайся. Все. Он может свое ручище вытащить. Ладно. Стоп. А мы можем пройти? О, да, забавно. Давайте попробуем сейчас его в этой стороне, да, с этой стороны отвлечь. Все, я понял. Я понял, что надо сделать. Мы сейчас привлекаем его внимание, такой, привет. И за мной побежал. Мы такие, блин, скорее. Быстрее. Есть. Да. Ага. Угу. Блин, прикольно, что здесь напряжение-то есть. Нет, я все правильно делал, я уверен. Мы просто неправильно сделали все. Сейчас еще раз. Так. Ага. Умница. Долго не думаем. Надо сразу все делать. Вот, побежала. Хорошо. Ай, хорошо. А, давай. Ну все. Фух, с третьего раза получилось. Он ведь не зайдет сюда? Что за косички? У меня схватят ведь сейчас. Ладно. А что если он сейчас сюда зайдет? А мы обратно можем? А мы обратно уже даже не можем. Блин, надо что-то придумать. Она, видите, стала теперь по стеночке ходить очень медленно. А давайте попробуем спуститься. Нельзя спускаться. Так, ладно, думаем. Это по-любому хвостик падает. Хорошо, давайте попробуем вот сюда отойти. Как только он начнет делать движение. Стоп, мы... Я понял. Надо, чтобы он взял что-нибудь. Да? Он должен взять косичку эту. Нет. Все, он нас потерял. Окей. Он что, парикмахер? Он цирюльник, Евгений. Блин. Чё-то я даже не подумал об этом. А ведь игра намекает. Видите, внизу есть виден этаж. Ладно, ну, это всего лишь надо пройти. Это не так-то сложно. Некоторые плитки ковром накрыты. Спасибо. Чтобы я сомневался, да? Так, ну все очень просто. А если он тут проехал, почему плитка не упала? Так. Он реально делает какие-то... Это все кожа? Я люблю хорошую кожу. Кто? Где? Ном где-то был. Кстати, почему ном, а не гном? Я раньше все время думал, что ном называется только потому, что если читать слово гном по-английски, то будет ноум. То есть Г не читается, не звучит.
И именно поэтому все в России называли их гномами. Но потом я увидел, что гном, по-моему, написано прям без G даже. Не знаю, что это значит, что это за... Что это за бунтарство какое-то. Ага, нам нужно сюда, наверх. Это просто. Мне кажется, кстати, гном и будет находиться вот в этой... В этом шкафу. А мы здесь никак не можем, да? Так, а это что такое? А, открывай. А. И что у нас тут произойдет? Мы сейчас... А, нет, он сидит в этой клетке. Это мы зачем сделали? Это мы сделали, чтобы достать до дощечки вот этой, я понял. Можем прям сюда? Посмотрите, она идет. Когда дело не касается лестницы, она может сама найти маршрут. Это, кстати, очень удобно. Вот я постоянно клацаю. Да, теперь сюда иди. Только быстрее, пожалуйста. Ой, сложные игры современные стали. А, какое приключение. Открывай. Так, а вот еще один. Нет, я знаю, что ты делаешь. Ты же хочешь, чтобы я упала. А мне надо, чтобы она упала? Погодите. Ну? Нет, я не могу пройти сюда. Может быть, мне вот с этой стороны встать? Ну... Нет. Блин, нам надо как-то его, мне кажется, использовать. Стоп, это какая-то маленькая штучка выпала. А, это гном. Он... У них что, такой острый колпак? Смотрите. Вот второй. Нам нужно вместе встать. Все, ясно. Блин, прикольно. Мне нравится пазл здесь. За исключением бочки. Бочку, очевидно, можно было просто взять и столкнуть. Но нам пришлось почему-то заморачиваться. Так, мы снова здесь. Почему-то в тот раз, когда мы упали, мы сдохли. Видимо, не очень удачно приземлились. Ну-ка. Такое бывает. Так, я вижу, вон кишка. Что мы вечно все роняем? Какие мы неаккуратные. Шестая, давай, аккуратней будь. Интрига, да? Вот, помните старые Resident Evil? Очень старые. Вот он здесь. Когда ты открываешь дверь в новую локацию, дверь всегда такая одна в темноте открывается в никуда. Опа, нас забрали. Смотрите, это на этих коробках нарисован глаз. Соответственно, они все... Это доставки, доставка в утробу. К той самой леди на корабль. А раз так, то нам сейчас показывают реально события между второй и первой частью. Мы сейчас узнаем, каким образом шестая попала. А она, видимо... Мы же в чемодане просыпаемся, значит, соответственно, мы должны закончить игру в каком-то определенном чемодане. Например, вот в этом. Хорошо, нужно... Смотрите, уже двери с глазами появились. Ну, это чемодан. Очевидно, наш. Похож. Давайте сюда встанем, попробуем. Ну, что, и получится еще раз? Например, вот сюда сходить. Вот в эту кишку. Секрет.
Это секретная комната? Да, это секретная, вот шкатулка опять. А, нет, смотрите, тут новый, это портрет. Прикольно. И видите, у шестой даже еще голода нету. И я не понимаю, почему он проснулся у нее. Возможно, здесь нам дадут ответ какой-то. Ладненько. Тут у нас, по-моему, уже все, ничего не найти. Да. Здесь ничего не работает. Нам надо в этой комнате что-то пошурудить, посмотреть. А именно... А, так вот же кнопка, господи. Нам нужно стул отодвинуть, правильно? Правильный. Прикольно, мы все задеваем. Нет, судя по всему, это не наш чемодан. Но в эту дверь нам точно нужно будет пройти. Значит, это наш чемодан. Вот такой вывод я сделал. Мы сможем это двигать? Неожиданно. Мне понравилось. Но тут... Я думал, тут будет секвенция. Я не знал, что нам нужно будет сразу отойти. Стоп, мы можем коробку двигать? Нет. Тогда нам надо просто к этой доске. О, нет. Смотрите, там какая-то коробка с яйцами. Да, блин, что ж ты неаккуратная такая. Угу. А, вот как мы в комнату попадем. Кто это? Летающий. Это какой-то слуга. Как дворецкий. Круто, здесь несколько персонажей. А кто-то моется. А кто-то моется. Возможно, это сам слуга. Хотя, не знаю. Ну-ка. Сейчас мы как в фильме «Психо». Ага. Нет, никто не завизжит. Нам надо как-то вот к этому рычагу добраться. А как? Да, мы не допрыгнем. Я понимаю. В душ мы тоже зайти не можем. Унитаз. Сдается мне, мы тут застряли. О, нет. Вот она. Стоп. Можно было. Что он делает? Надо что-то поставить, да? Надо вот в этот горшок поставить эту штуку. А что это такое у меня в руке? Я не знаю. Ага. Все. Смотрите, телек. Это телек. Тонкий человек. О, отлично. Давай, лезь. У меня столько теорий в голове. Я специально перепрошел еще первую часть дополнения к ней. И вторую еще раз перепрошел за кадром. Практически за одну ночь сделал. Я просто, когда узнаешь уже, что там делать в этой игре, довольно-таки быстро. Спидран фактически замутил. Ага. Так. Надо выключить воду. Я так понимаю, мы сейчас убьем, да, его? Ой. Либо сами сдохнем.
мы можем вот сюда попасть? А, ну да. Смыть! Так, стоп. Давайте выключим воду. Сейчас она должна исчезнуть. Или нет? Сейчас попробую, я просто пока не знаю. Ладно, еще раз воду выключить. У нас там было... Можно только нажать на слив, правильно? Да. А, ну-ка, может быть, еще раз? Так. Окей. Значит, смотрите, у нас сейчас нету ничего. Все нормально. Только какой теперь план? Я понял, мы сливаем... И бежим. Потому что сейчас придет этот чел, и он включит свет. Или мы сами это сделать должны. Хм, погодите. Вон же решетка. Там, где душевая. Мы сейчас выключим воду, выключим свет и сможем пройти туда. Нам не нужно, чтобы кто-то сюда заходил. Я старый прием, думал, применим сейчас. Ну-ка, я прав? А, да. Нам вообще долго здесь не надо было оставаться. Хорошо. Ты башмак мне принес? Ну, ты башмак. Что? Да что такое? Это надо время подгадать. Естественно, я сдохну. Раз. Оп. Есть. Не понял. Это что сейчас было? Он меня обманул? Смотрим. Так. Они все время по-разному делают. Вот, надо сразу просто бежать и не думать, да? Спасибо за башмак. А хрен мне с ним делать? Так, сейчас он еще раз вместе, да? Нет, ждем. Раз. Пробежали. Еще раз. Да, все, бежи, пожалуйста. Есть. Башмак нужно, чтобы кинуть в кнопку. Окей, ладно, идем к тому улетающему чуваку. Видишь, что это сзади было? Что за тень была сзади? Это моя тень, походу. Стоп, а это что за место? Нет, там нет дырки. Вот дырка. Секретик. Че, посмотрим, что за секретик это? Смотрите, там какая-то тень ходит. Угу. 4 из 18 мы нашли. Это один из клиентов утробы. В первой части он кушал, пиршествовал.
Что мы тут делаем? Мы вернулись обратно. А, нам теперь вот как-то... Давайте возьмем тот же самый башмак, наверное. Ну да. Редко они так делают, чтобы, знаете, один и тот же предмет на разные кнопки работал. Но башмак незаменим в открытии дверей. Так что если вы хотите вдруг ограбить банк, хотите ограбить ваших соседей, используйте башмак. Желательно с каблуком. Так. Я чувствую, мы куда-то прям приближаемся. К чему-то грандиозному. Топ-топ. Доска. Я тебя понял, игра. Побежала. Молодчик. О нет. Это огромное почтовое отделение. Так, мы взяли спичку. Я тебя понял. Стоп, что это? Да, мы должны зажигать эти лампы. Что, все? Да ладно, придется постоянно сюда ходить. И надо быстрее делать, пока спичка не выгорит вся. Она вся выгорела. Вот, куда нам нужно. Это нам нужно каким хреном успеть-то? Так, побежали. Я думаю, в принципе, если нам будет просто тупо бежать, то успеем. Прям вот чуть-чуть не хватило времени. Как же быть-то? Может быть, как-то можно сократить? Нет, никак нельзя, надо будет тупо бежать. Не-не-не-не-не, так не пойдет, так нельзя делать. Значит... Давай, хоп. Давай, мразь. Стоп. Я понял. У нас же лампа горящая. Мы можем спичку зажечь отсюда. Хитрожопа сделала игра. Молодец. Оп. Давай, беги, какого хрен ты проходишь. Шестая. Бесишь. Вот когда надо, она не бежит. Еще раз. Давай. You bitch. Фух. Интересно, что в этих вот этих вот упаковках, что они туда пытаются доставить? Так, нам скорее всего придется еще раз бежать. А может, и не придется? Погоди. Угу.
Нет, сюда. Ой, благо, не придется бежать. А мне кажется странным, что весь этот склад огромный, ну, вообще никак... Не знаю, он пустой. Кто отправляет эти посылки? Кто их складывает? Кто их сортирует? Это все необычайно загадочно. Такое ощущение, как будто никто. Такое ощущение, как будто вообще все, что происходит в этой игре, делается, но смысла никто в этом не видит. Они просто делают, потому что этот великий глаз повелевает. Смотрите, сейчас труба отвалится, по-моему. Ой-ой-ой. Живешь? Именно из-за того, что мы сейчас были на этом складе и зажигали лампы, поэтому шестая имеет привычку в первой части зажигать все эти лампы. Почему она вообще это делает, непонятно. Ага, стоп, это у нас опять секретка. Опа, это же бабуля подводная. А что ты хочешь от меня, игра? Что я должен сделать? Я понял. Тут еще один пазл. Я думаю, друзья, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующий раз играть. Я постараюсь сделать выпуски, особенно следующие, по этой игре чуть длиннее, чтобы больше контента уместить и не затягивать слишком сильно прохождение. Вот, надеюсь, что вам нравится, и я это делаю скорее, знаете, играю в нее для себя, потому что я хочу понять сюжет еще больше, мне очень нравится эта история, вообще вся франшиза Little Nightmares мне нравится, и многим из вас это тоже нравится, поэтому я хочу добить эту штуку до конца вместе с вами. Надеюсь, вы будете со мной. Огромное всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, это вот такое у нас размеренное, немножко скучное, даже сказал бы, и вдумчивое прохождение, но я думаю и не озвучиваю свои мысли. Если вам нравится такое, то смотрите и лайкайте. Если вам нравится что-нибудь повеселее, такого у нас тоже навалом, и это тоже в описании будет. Если вы заглянете, то вы там это увидите. Увидьте это, пожалуйста, там все подписано. Для вашего удобства. С вами был Юджин, и всем пять!